когда в твоей жизни есть собака или твой брат идиот? Кстати, я тут кулинарные курсы прошла. Давай тебе салатик на скорую руку приготовлю. Да, давай. На, попробуй. Ну как, нравится? Очень вкусно. Лёша, ты опять свои вещи по всему дому разбросал. Да это не я, это они. В общем, мне нужно с тобой серьезно поговорить. В общем, я так долго думала, да, и... Нет, не занят. Дим, ну сейчас-то мы поговорим. Ну в общем... О, пиццу привезли. Поговорим? Да так, встань, я хочу поссать. Блин, у тебя никогда нет времени меня выслушать. Слушай, я... Нормально. Вот теперь нормально. Наташ, ты что, собаке пельмени дала? Так это ж собака, что с ней будет-то? Сладкие, плохо, блин! Интересно, почему? Слав, а я новый ноутбук купила, иди посмотри. О, круто! Слушай, только ты не забудь антивирус установить, а то сейчас что-нибудь подхватишь. Да это ж Марк, ему ничего не будет. Ага. Не, ну ты посмотри, ну машину же явно в кредит взял. Вот колодки трещат, все трещит. Нафига тогда вообще машина нужна? Ну с ним все понятно, нищеброд. Да ты-то что вообще на какой тачке катаешься, а? Да у меня даже прав нет. Давай тачку. Ну да, ладно, мне, пожалуй, пора. Привет! Привет! Ну чё стоим, поехали! Я возьму? Дашь поводить? А чё, у тебя машина не кабриолет? Я, наверное, свою музыку включу? Наконец-то. Наташ, подожди, ты только не переживай. Мне нужно тебя кое с кем познакомить. Это моя новая подруга Маша, знакомьтесь. Проходите. Ну и короче, стою я его, жду уже полчаса. Звоню ему, говорю, ты где? Он говорит, не получается вырваться, только через час. Девочки, а у меня такая веселая история есть, я вот прям хочу с вами поделиться ей. Ну в общем. А мне можно? Наташ, налей водички. Спасибо. И мне можно? Да, конечно. Спасибо. Ты чё, дура, что ли? Привет, привет. Как дела? Хорошо. Здорово, дружбан! Короче, я ей сказала, 12 часов за месяц я записала, а она, представляешь, просто не пришла. Да ты чё? Сама в шоке. А она все равно не пришла, представляешь? Слав, ты меня слушаешь? А, нет. Слав, как думаешь, какое надеть? Я думаю, синее, под цвет моего пиджака. Я тоже так думаю. Слав, как думаешь, какое надеть? Да лучше вообще без одежды. Слав, а можешь мне сырочек принести с холодильника? Да, да, конечно. Слав, а можешь тебя попросить еще водички принести? Да-да, сейчас. Наташка, чай будешь? Да. Ну так иди сделай, и мне заодно сделай. Никит, ну вот почему у всех нормальные отношения, а у нас? А что у нас?
Ты не помыла полы, ты не постирала. А ты носки свои никогда не убираешь. Ладно, давай не будем ссориться. Давай. Сколько раз ты тебе говорила носки свои убирать? Дорогая, я долго думал, выходи за меня. Выходи за меня. Наташ, ты куда? Моя доченька, моя самая красивая. Я тебе сегодня ходила в магазин, купила столько одежды, сейчас прям устроим показ-мод. Наташ, ты собак когда последний раз кормила? Собак, говорю, когда кормил последний раз? Представь, я сегодня у моей Розочки увидела сыт. В общем, не знаю, что делать, нужно срочно ехать в больницу. Что это? Не пугайся, это мои собаки. Ненавижу собак. Я, наверное, домой пойду. Ну, я же уже заказал пиццу. Сегодня я пришла не одна, а со своей Пусей. Только ты меня понимаешь, настоящий друг. В общем, мы сходили в ресторан, после этого он мне сделал подарок, ну а потом мы поехали к нему. Короче, Наташ, слушай, тебе не надоело одними бургерами питаться, а? В смысле? Давай попробуем неделю на правильном питании посидеть, а? Да легко! Ну как тебе? Хочется чего-нибудь вредного? Мне нет. А тебе? Так мне тем более! Вот яблочки, полезно! Всего одна конфетка, никто даже не заметит. Так что, я на здоровом питании, никакого сладкого. Слав, давай зайдем водички Полина. Здравствуйте, вы наш сотый покупатель. Вы можете выбрать любой наш фирменный хот-дог в подарок. Приятного аппетита. Слав, а хот-дог тебе не маловат? Наташа, как же наша диета? Да ну и завтра на неделю. Привет. Как бы понимаешь, я был на МКАДе, у меня пробило колесо, и я поехал в казино, проиграл там все деньги. Я пытался позвонить тебе или еще кому-то, но телефон сел. После этого я ограбил банк, и мы сняли шлюх. И ничего не получалось, я хотел остановить машину, случайно проезжающую мимо, но она меня сбила, и я попал в больницу, понимаешь? Ну и там началось все как бы как раньше, по стариночке. Ну ты понимаешь, лясим, креснем, пидорасим. Это просто полная жопа, ну вот, вот так вот. Но зато у меня для тебя есть подарок. Мы только